Продолжаем разговор о багах. Баг второй. Если вот так построить хитро дороги, сейчас я покажу, как их построить. Мы берем дорогу. И вот так делаем дорогу. Теперь мы берем грейд дороги и начинаем их двигать. Раздвигаем в сторону. Раздвинули, да, получился такой у нас перекресточек. Теперь мы берем, удаляем, к примеру, вот эту дорогу. Нельзя удалить, а можно какую-нибудь удалить? Какую-нибудь дает удалить, что ж так плохо? Вот, удалилась, отличненько. Видите, сделана дорога вот такая кривая. И делаем еще одну дорогу. Опять ее грейдим. Прям максимально далеко, как только можем. У нас получается вот такая текстурка черная. Но это не текстурка. Если не обманывайте. Если мы туда заглянем, это океан под картой. Такое багулина, случайно найдено, тоже на стриме случайно найдено. Багулина. Но это не все, это не все. Мы сейчас находимся на паузе, мы берем вот этот инструмент, выкопать максимальную глубину и вот так вот копаем. Чтобы вы поняли вот эту форму такую красивую получим. Смотрим туда же вниз. И видите, океан тоже прокопался. Если я отпущу паузу, сейчас начнет вода падать вниз. Она начинает вода двигаться красивенько. Сейчас я еще подкопаю. Получается интересная фигура. Ну! Она хоп и упала. Вот такая багулина номер два.